Здравствуйте, меня зовут Наталья. Вообще я работаю в консалтинговой компании, руководителем отдела продаж. Вот, то есть область вообще не связанная с искусством. Ну, рисовала я давно, с детства. Мне это мое любимое увлечение. В какой-то момент я перестала рисовать. Просто перестала, что-то меня стало останавливать. И я познакомилась, меня пригласили на курс на мастерскую Тарасовых. И я прошла первую ступень. Благодаря этой ступени у меня просто убрался какой-то барьер. Я стала опять продолжать рисовать. От этого огромное удовольствие испытываю. И, в общем-то, сейчас я уже хожу, уже посетила несколько курсов. Сейчас курс масла. Я от него вообще в восторге. Раньше никогда маслом не рисовала. И просто вот благодаря этой технологии, которую они дают, я просто раскрываю в себе новые способности. И они действительно, они не учат, как что-то делать, а они просто помогают найти себя, найти то, что в нас изначально есть, просто раскрыть это. За это огромное вам спасибо. Я вас всем рекомендую, рассказываю и делаю это с удовольствием. Спасибо. Когда я начинаю вот рисовать, когда я занимаюсь искусством, это непосредственно влияет, но отражается на всей моей жизни, то есть на всех ее областях. И результат этого, вот, например, вчера я рисовала, у меня было такое вдохновение, я подумала про свою работу, и у меня появилось очень много новых идей, вот именно в той области, в которой я профессионально работаю. Вот она абсолютно не связана с искусством, но когда начинаешь вот здесь рисовать, создавать, ты как бы поднимаешься на совершенно новый уровень. То есть появляется такое вдохновение, которое передается просто на остальные области жизни. Это очень ценно, и это позволяет вообще посмотреть на свою жизнь со стороны, что-то новое создать. Всем рекомендую заниматься искусством и ни в коем случае как-то себя не оценивать, не думать, что как бы, если не профессионально, тогда зачем? То есть заниматься этим, потому что это помогает во всей жизни, в постоянной работе тоже. Вот, кстати, это мои работы. Я вчера первый раз вообще в жизни рисовала маслом, и вот уже могу похвастаться своими результатами. Художники Дмитрий и Галина Тарасовы – основоположники экспресс-метода обучения рисованию красками с 1992 года. Авторы запатентованной методики «Раскрытие творческого потенциала человека».